Когда самка откладывает яйцо, именно самец садится на это яйцо и до последнего сидит на нем. А что происходит, если самец не может просто вот быть в этот момент самкой? С хорошими пингвинами таких ситуаций не возникает. Как бы ни прошел твой год, в канун Нового года ты все равно мечтаешь, что все изменится к лучшему. В Санкт-Петербурге Боря хочет вернуться в семью. Ты бы сегодня Новый год сходил бы, извинился перед Ольгой и все. Но она ж тебя любит. А в Екатеринбурге хотят узнать, какой подарок им приготовили жены. Что-то потерял? А на балконе? Космонавты мечтают о снеге, а блогеры выйти в онлайн из лифта. Мы реально застряли. Всем привет, ребята. Вы не представляете. Я застряли. В Краснодарском крае мечтают отыскать старую любовь. Окей, Губарь. Далеко на севере вернуть первую. И сегодня после обеда домой. Новый год празднуем. Свадьба 8-го. Поздравляю. Выстрел! Да! Давай, да! А парни из Перми просто мечтают найти хотя бы одну елку. Где мы елку достанем, а? Мы же в Перми! Тут елки на каждом углу стоят! Мамин дядя Сережа мне уже подарил подарок. Так, а что за подарок? Квадрокоптер. Знаешь, какой я тебе подарок подарю? Какой, скажи? Пингвин. А ну-ка, иди сюда. В этот Новый год каждый сможет исполнить свою мечту, если очень постарается. Где мой пингвин? Пингвин где? Да вон же он. Уважаемый, а вы не видели такого же пингвина, только поменьше? Те самые елки. 22 декабря во всех кинотеатрах страны. А телевизор у тебя где? Ну что, ты не знаешь, чем ирония судьбы закончится, что ли? Чем? Иван Васильевич меняет профессию. Новый год будет.